Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о существительных в единственном и во множественном числе. Есть три группы существительных. Существительные, которые используются только в единственном числе, которые используются только во множественном. Ну и третья группа – это те, которые могут использоваться и в единственном, и во множественном числе. Значит, существительные, которые имеют только единственное число, но они обозначаются множественным. Что это значит? Вот возьмем слово «листва». Листья. Их много. Но листва – это собирательное имя существительное, которое будет звучать как «foliage», и мы не можем поставить возле него букву «с». «Foliages» – так не бывает, только «foliage». То же самое происходит со словом «machinery» – «оборудование». «Оборудование» – это много машин, много эквипмента, но «machineries» не бывает. Так говорит grammar. Хорошо. Существительные, которые используются только во множественном числе, но они идут в единственном. Что это значит? Допустим, есть слово police. Police. Их много или она одна? Police – это are. Как говорит грамматика, police – это are. То же самое будет с poultry. Это домашняя птица, мясо птиц. С cattle – это скот. Cattles не может быть. People – люди. Тут попроще, потому что уже понятно, что people – это множественное число. И gentry – это мелкое дворянство, которое не используется тоже с окончанием «с». Существительные, которые могут быть и в единственном, и во множественном числе, тут очень просто. Это family – семья, это crowd – толпа, government – правительство, staff – штат любой, team – команда, audience – это вы. У меня audience, зрители, да? Committee, комитет, похожие слова. Fleet, флот, тоже похоже. И nation, нация, хорошо. Есть такая штука, как три существительных, которые могут быть и в единственном, и во множественном числе. Это слово means, средство. То есть может быть a means of traffic, а может быть many means of traffic. То есть может быть одно средство, a means, а может быть их много. Только тогда без артикля «э», конечно же, просто «means». Существительное «series» – это серии, допустим, «a TV series», да? Или «two TV series», без разницы. Серия, сериал – это будет с окончанием «с» или с артиклем «э» и с окончанием «с». Так, и «species» – это биологический вид. Может быть «a species», а может быть «two species of bird». Вот, в принципе, и все. Каждый из этих групп можно доставить еще несколько существительных, привести примеры. Особенно это можно увидеть в одном из юнитов у Мёрфи. Мёрфи, синий Мёрфи, вы знаете, что есть Red Murphy Elementary, есть Blue Murphy Intermediate. Так? И вот именно в Intermediate автор дает хорошие примеры этих трех групп. Так? А мы сегодня с вами ознакомились. Какие можно использовать с окончанием «с», какие нельзя, какие и можно, и нельзя, и с артиклем «э», и с окончанием «с». Вот так.